В сентябре в Минске пройдет фестиваль восточно-азиатской культуры «Хиган». Участвовать в нем собирается и бобруйчанка Света Степанова. В 2019-м девушка уже завоевала второе место с образом Мэй из компьютерной игры Overwatch. Костюм оценил посол Японии в Беларуси Такунага Хироки. На «Хиган» я готовлю вот этот костюм, который сейчас на мне. В нем еще много деталей недоделанных, много непроработанного образа, отыгрыша. Но когда я его полностью доделаю, я буду уверена и буду готова. Unicorn. Это фестиваль намного масштабнее и обширнее, поэтому, соответственно, костюм я буду делать намного больше и намного сложнее. Девушка увлеклась азиатской культурой 3 года назад. Будущая профессия тесно переплетается с ее хобби. Поклонница перевоплощений учится на 2-м курсе технологического колледжа. Мастер оценила работы ученицы. Девочка, она очень способная, очень талантливая, очень умненькая. Терпеливая. Она мне показывала свои видео, показывала свои фотографии. По качеству исполнения не могу сказать, потому что фотографии довольно маленькие были. А как внешний вид и как дизайн я, в принципе, оценила, да. Один образ – месяц кропотливого труда за швейной машинкой. Однажды, признается Света, чтобы воплотить идею в жизнь, понадобилось в 3 раза больше времени. Костюмы помогает шить мне моя тетя, за что я ее очень благодарна. Мы с ней вместе продумываем образы, мы с ней вместе закупаемся, отмеряем, она снимает с меня мерки, и тогда мы приступаем к пошиву. Иногда девушка выходит в костюмах на улицу. Прохожие оборачиваются, подходят сфотографироваться, порой осуждают. Моя семья полностью меня поддерживает в моем увлечении. Да, были какие-то моменты, сомнения, но потом они просто смирились и начали полностью меня поддерживать. Долгожданный фестиваль Unicorn должен пройти в конце октября. Хиган запланирован на 19 сентября. Прошлогодний фест собрал более 1000 поклонников аниме. Анастасия Похлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск 360.